Сегодня приготовим тайский жареный рис. Отварим тайский рис. Купила его в Красном Драконе. Разрезаем ананас пополам и с половины вынимаем всю мякоть. Мякоть нарезаем кубиками. Для риса нам понадобится лук, нарежем мелким кубиком, лемонграсс и имбирь. И еще немаловажный ингредиент – это листья лайма. Они продаются свежими либо сушеными. Понадобится 3 яйца. Из них будем делать скрамбл. На раскаленной сковородке обжарим лук, лемонграсс, имбирь, листья лайма и нарезанный кубиками ананас. Пока у нас все обжаривается, на отдельной сковородке сделаем скрамбл. К обжаренным ингредиентам добавим соевый соус и рыбный соус. Добавляем отварной тайский рис. И все это обжариваем в течение 2 минут. По желанию можно добавить чили перца свежего, либо сушеного. После того, как все обжарили, добавляем скрамбл. Замешиваем. Рис выкладываем в ананас. Перед этим ананас можно по желанию запечь, чтобы он дал больший аромат. Жареный тайский рис в ананасе готов. Приятного всем аппетита!